Семей прошла патриотическая акция «Астанамыз Нур-Султан». Мероприятие было организовано в рамках переименования Астаны. Горожане, собравшиеся в театре имени Абая, отметили, что поддерживают данную идею. В мероприятии приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ерлан Аймукашев, аким семьи Ермак Салимов, секретарь городского маслихата Бейсенбек Акжалов, представители государственных и общественных организаций, а также молодежь. За четверть века Казахстан стал развитой страной со своими границами и столицей. Страна, ставшая привлекательной для других государств и установившая дипломатические отношения – результат неоценимого труда первого президента. Перед началом патриотической акции выступил аким города Ермак Салимов. По его словам, переименование Астаны в Нур-Султан – это знак справедливой оценки труда Ельбасы. Нам выпала большая честь быть свидетелями всех преобразований, которые прошла наша страна в исторически короткий период под руководством общенационального лидера. Ельбасы является отцом-основателем современного Казахстана. По переименованию столицы в Нур-Султан олицетворяет нашу малую благодарность за огромный и неоценимый труд нашего великого современника, который посвятил себя беззаветному служению отчизне. Если именем первого президента был назван город Вашингтон, почему бы и нам так не сделать? Самому Ельбасы этого не нужно, но это нужно нашей истории, нашему народу, нашему подрастающему поколению. Поэтому присвоение имени Нур-Султан – это гордость не только для нашего государства, но и для всего мира. В ходе патриотической акции представители старшего поколения и молодежи отмечали, что благодаря мудрой и дальновидной политике Ельбасы сегодня они живут в мирной стране, получают образование, имеют возможность работать. Я полностью поддерживаю переименование Астаны Нур-Султан, потому что Ельбасы внес огромный вклад в создание Казахстана. Он любит нашу страну и его народ, обозначил границы нашей республики, объединил под одним шанраком много национальностей. Я рад, что родился в независимом Казахстане, работаю на государственной службе, тем самым участвуя в реализации государственной политики. Патриотическая акция была организована в Усть-Каменогорске и в Семее. По завершении мероприятия певцы и творческие коллективы представили участникам концертную программу. Сауле Байгалиева, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».